Привет! Ну, в общем, третий выпуск шоу «Интуиция Warface». Быстро напомню правила для тех, кто смотрит впервые. Ну или, может быть, есть те, кто забыл. В общем, один участник, 14 мишеней. Убивая каждую мишень, участник получает кредиты. Имеется две несгораемые суммы. После первых 5 убитых и после 10 убитых. Одну из этих 14 мишеней убивать нельзя. В случае, если ее убивают, игра заканчивается. И игрок уходит либо с несгораемой суммой, либо ни с чем. Ну, это маловероятно. Также имеется одна подсказка, которая стоит участнику 100 кредитов. Он может ей воспользоваться, начиная уже со второй мишени. Подсказка заключается в следующем. Я просто говорю, кого можно убить. Ну, вроде как все. Сегодня также в выпуске у нас есть спецгость, так что смотри видос до конца. Ну и как обычно, поддерживай лайком. И еще маленькая просьба. Я тут подумал, что две несгораемые суммы — это слишком много. Рассудите меня в комментариях, это нормально, или может быть все-таки сделать одну несгораемую сумму, чтобы был больше интерес и больше азарт, чтобы участники не чувствовали себя так прям спокойно, вальяжно. Ну, в общем, вы поняли. Давайте вместе сделаем это шоу лучше. Погнали. Чуваки, сейчас идет ограниченная акция, где можно собрать пушку по своему вкусу и сразу же с модулями. Быстро рассказываю, как это сделать. Создаешь новый аккаунт на Mail.ru, переходишь по первой ссылке в описании, и тебя перекидывает на страницу, где ты можешь собрать АК-103, Радон, Импел или донатную М-ку. Выбираешь себе модули, которые тебе по душе, и жмешь кнопку «Забрать пушки». После этого жмешь «Перейти к регистрации» и «Зарегистрироваться». Ну а потом просто заходишь в игру, создаешь персонажа, и после прохождения обучения пушка тебя уже ждет на складе. А випку на 7 дней ты можешь получить, привязав телефон на сайте игры. Ну и если вдруг тебя интересуют другие плюшки, то загляни в описание и выбери, что твоей душе угодно. Данное предложение ограничено, и сколько оно будет действовать, я не знаю. Поэтому пользуйся. Парам-пам-пам-парам. Приступаем, поехали. 100 кредитов. 225. 350. 475. Я правильно считаю, да? Да. С математикой, да, ща, туго. Сейчас самое сложное. Сейчас самое сложное, да. Ну то если тебе прям так сильно нужны кредиты, ты можешь использовать подсказку, у тебя минус 100 кредитов не, будет. Не. Но ты перейдешь на несгораемую. Да, мне не так сильно нужны, я просто... Неплохо, первая несгораемая сумма у тебя в копилочке. 600 кредитов. Nice try. 750. 800. Или 900. 750, 800, 900, 900. Все верно. Я дурак немножечко. Нормально. Нормально. У тебя уже сейчас 8 убийств, я правильно понимаю? Ну вот, их осталось 6. Ну, у тебя сейчас 8 убийств. Да, да. Все верно. Еще 2 убийства, и у тебя будет вторая несгораемая сумма. Сложно. Играем? Давайте 2 подсказка. Подсказку? Но да. Потом у тебя не будет несгораемой суммы. А, точно. Тебе нужно 2 убить. Ну, теперь я так понимаю, подсказка. Если я сейчас убиваю, то у меня... Если ты сейчас убиваешь, то у тебя вторая несгораемая сумма. А если я беру подсказку, то несгораемая сумма минус 100 кредитов? Да. Неплохо. Поздравляю, у тебя вторая несгораемая сумма 1350 кредитов. Продолжаешь без подсказок? А какие у меня следующие награды? Сейчас по 250 кредитов за каждое убийство. Их тебе нужно сделать в лучшем случае 3. Давай подсказку. Подсказку самый правый. Поехали. У тебя перед тобой 3 человека. Ну, собственно говоря, да, игра у нас заканчивается на этом. Спасибо тебе огромное за участие. Куда потратишь креды? Я, спасибо. Мне бы больше Армагеддон бы заказать, чем этот кредит. Кстати, да, купить Армагеддон будет намного выгоднее. Так что, если думаете донатить, то лучше купите Армагеддон. Но среди подписчиков нашего канала я разыграю 4 допуска к Армагеддону. С вас лайк, подписка и колокольчик, а также комментарий со своим ID ВКонтакте. Итоги будут через пару дней в моем паблике. Ссылка в описании. Короче, слева для участника 6 ты. Да. Все. Так, ну, собственно говоря, я узнал, кто из них кто. Чё, кого, почём. Можешь идти. Вот, я знаю, кого нельзя убивать, это точно. Ну, в принципе, к игре можем приступать. Что, можно начинать? Да-да-да. Неплохо. Ты чё решил по порядку щелкать? Ну, удачи просто. У тебя есть 225 кредитов. Давай, до первой несгораемой суммы еще 3 надо убить, как минимум. То есть, по сути, я сейчас могу вот 2 убить, да, и... Взять подсказку и дойти до несгораемой суммы, да.
Но у меня с везением что-то как-то не очень. Донат не падает, да? О, да. А у тебя золотой X в руках, чувак. Так я его за 10 тысяч на Булдоге покупал, чё. Ооо, тогда зачем тебе кредиты вообще? Ну так. Неплохо. Нормально, нормально. Ты крайних решил отстреливать, да? Ну так. Давай, наверное, всё-таки, блин. Чё, подсказку хочешь использовать? Прямо да сейчас? Я вот думаю, либо подсказку. Либо вот попробовать дойти до несгораемой суммы, взять подсказку и просто уйти. Серьезно, ты так будешь мелочиться? Золотым ТАИКСом? Ну хоть с чем-то, охота же выйти. Неплохо. Несгораемая сумма у тебя уже есть, 600 кредитов. Давай подсказку. Так что уже ни с чем ты отсюда не уйдешь. Давай подсказку. Подсказку? Ну, самого правого можешь убивать смело. Вот этого, да? Ну, итого у тебя 750 кредитов. О, нормально. Ну, вот итого у тебя уже... Сколько было? Было 750, стало 800, 900. Ну, видишь, как легко. Неплохо. Что, серьезно? Я еще живой, что ли? Да. Все хорошо, значит, делаешь, раз живой. Еще два человека, по-моему, да? Все правильно ведь? Сколько тебе? Ну да. 7 бис. Да не сгораем. Вот, давай, что тут их еще, смотри, 6 человек еще. Или меньше. Да. Ну, неплохо, неплохо. Неплохо. Я тебя в любом случае поздравляю. 600 кредитов. Ну ты, да, согласись, ты рано немножечко использовал подсказку. Вот типа да. Ее нужно было использовать на момент там для перехода на вторую на вторую несгораемую сумму. А, ну да. У тебя, кстати, 600 кредитов, еще ты использовал подсказку, у тебя 500 в итоге. Угу. Ну, собственно говоря, можешь приступать. Игра началась. Плюс 100 кредитов. Итого у тебя плюс 125, 225. Неплохо. Итого у тебя первая несгораемая сумма, у тебя есть 600 кредитов. Стой. Неплохо. Того у тебя 8 убийств, еще 2 убийства и вторая несгораемая сумма. Сейчас, в принципе, не забывай, что у тебя есть подсказка. Ты можешь дойти до несгораемой суммы. Блин, пахну. А, в смысле, могу? Ну, 100 кредитов стоит, да. Давай. Самого левого. Его? Да. Все, у тебя есть 1350 кредитов. Дальше можешь продолжать, можешь заканчивать. Ну, я бы продолжил, потому что несгораемая это уже есть, все равно. Да. 1300 уже не сгораем, нормально-то. Неплохо. Итого у тебя уже 1500. Дядя. Дядя, полегче. Полегче. Теперь погоди, у тебя 1750. Еще одного убиваешь, у тебя станет 200. Или 2. Я считать не умею, что ли? 2 у тебя станет. Я, пожалуй, все-таки рискну. Красиво. Красиво. Красиво делаешь, красиво. Интуиция у тебя хороша. Хороша, малой, не поспоришь. Куда потратишь креды? Ну, короче, там микророни вели. Наверное, покручу микророни. Понял, понял. Ладно, спасибо тебе за участие, спасибо за игру. Может, ты, кстати, угадал всех? Ну, типа, всех убить смог. В смысле? Это как? Я не знаю, как он это сделал. А можно я к ним в ТС-ку перейду, короче, в комнату, скажу, кому не надо убивать? Нельзя так, братан. Это точно в этом шоу я могу заработать деньги, блядь, а не сейчас, я должен оставить. Сейчас я что-то с этими 100 кредитов, я что-то не понял. Ну, короче, подсказка стоит 100 кредитов, вот. Собственно, да. Какой по счету? Я, если он смотрит, я справа 4. Справа для него. Для него справа. Для себя ты слева. Да, все, я понял, поехали. Так, ну, собственно, можем, я думаю, приступать. Вот. Делай свой первый выбор. Что, меня зависит просто, надо кого-то убивать? Да, да, просто убивать, получать креды. Только сильно не дергай мышку, как эпилепсик. Во, нормально. Первый у тебя есть, у тебя 100 кредов набралось. Ну,
Можно уйти, да? Все, я ухожу. Я забираюсь. Ты серьезно? Серега, пожалуйста, мышка, не дергай, как эпилепсик, потому что на спектакторе минус глаза. Серьезно? Да. Я же в спектре сижу. Минус глаза. Просто плавнее, плавнее. Делай плавнее. Спокойно. Нежнее, братан. У тебя два убийства. Ты можешь еще троих убить, тебя будет Смотри, как экстрасенс. Подхожу, смотрю в глаза. Так. Ты видишь его глаза? Я вот просто хочу убить. Вот. Просто он мне не нравится. Он слишком высоко стоит, да? Не так, как все. Не нравится мне. Че, все правильно? Да, все нормально. Да. Вот смотри, вот этот поддакивает мне, говорит, что меня нельзя убивать. Или наоборот, говорит, что меня можно убивать. Убью тебя. Ну, хорошо, да. Будем считать, что правильно все. Тебя нужно убить? Давай. Не, нельзя. Итого у тебя есть первая несгораемая сумма, это 600 кредитов. Продолжаем же? Серьезно? Я уже 600 кредитов заработал? Да. Может, в твоей рубрике каждый день буду участвовать. Все бы так. Все бы так. Неплохо. Неплохо. Ты просто играешь, как будто вышибал их, слушай. Давай полегче. Не, серьезно? Не... Чё? До сих пор? До сих пор? До сих пор, да. Нет. Это может, может быть, это был знак свыше, братан? Ну, собственно, да. Не-не-не, это за тех не считается. Бля, да не считается. Может, считается? Нет, не считается. Так, ну перед тобой осталось сколько? 5 человек, да? Ты серьезно? Ну да, ты еще одного убиваешь, у тебя несгораемая сумма. Как это работает? Может, тут какая-то подсказка есть? Не знаю, не знаю. А как ты понимаешь, кто, кого из них нельзя? Или ты тоже не знаешь? Я помню. Ты помнишь? Ну да. Очко жим-жим? А? Что? Очко говорю, жим-жим? Nope. Ладно, это реально был реально... Я два раза по нему провалил, я понял. Ну, собственно, ты проиграл. Да, сколько ну, я выиграл? Неплохо было. Ну, собственно, ты дошел до последнего килла, до второй несгораемой суммы ты не дошел, вот буквально один килл тебе не хватило. Так бы ты выиграл 1350 кредитов, ну а так ты уходишь только 600. Вот. Собственно, да. С интуицией у тебя, ну, чуть похуже, чуть похуже. Если что, ребят, короче, ссылочка на Серегу будет в описании. Переходите, подписывайтесь, там, пишите, какой он херовый интуитор, интуатор, энтузиаст. Как это называется, не знаю, похер, короче. Все, огромной удачи всем и пока. Пока.